Всем привет, дорогие друзья! Хотел бы провести маленький такой ликбез. Понимаю, что цыплята курицу не учат, но все же хотелось бы сегодня поговорить об сигнализации Starline, да и вообще о любой сигнализации, которая имеет дополнительный брелок. Значит, о чем я говорю? Значит, вот сам брелок, да, сигнализации, вот он, соответственно. И вот такой вот имеется дополнительный брелочек. Вот. Как правило, зачастую этот брелочек оставляется дома в паре с запасным ключом и лежит где-нибудь себе спокойненько в шкафу. Так вот, и многие не хотят носить с собой вот такую кипу ключей, потому что, ну, неудобно, тяжело и так далее. Так вот, а для чего же нужен этот брелок? Я все-таки рекомендую его носить с собой, как вы видите, вот он у меня здесь есть. А объясню почему. Вот смотрите, сейчас мой брелок показывает мигающую батарейку. Это говорит о том, что брелок с низким зарядом батарейки в любой момент может сесть. То есть в любой момент. Запасной батарейки с собой у меня нет. И в случае, если, не дай бог, сядет батарейка совсем, то батарейку заменить не придет такой возможности. Поэтому, для чего я это говорю? Да для того, что приехали вы куда-то, видите, что у вас, вот у меня сегодня с утра, когда я выходил, было две полосочки, то есть две батарейки, здесь были полосочки, сейчас одна осталась. Вы закрыли машину, пошли по делам, пришли, а у вас сигнализация, брелок совсем сел, выключился, и вы понимаете, что в машину вы попасть не можете. Если вы откроете с вот таким стационарным ключом, простым, то у вас двери откроются, но сигнализация сработает, и отключить вы ее не сможете, потому что она начнет кричать, пищать, вы напугаете всех, соответственно. Даже если вы закроете дверь обратно, она все равно будет пищать до тех пор, пока вы ее не отключите. Так вот, для этого всего, да, в случае, если нет возможности, вот сел брелок и открыть, вот для этого и нужен вот такой запасной ключ. Я предлагаю вам не носить все брелки именно вот на одной связке с собой. Как правило, вот этот брелочек, да, стационарный, ну вот он. Его можно носить где-нибудь, у нее есть шикарная вот такая вот штучка. Можно одеть его куда-нибудь на брюки, как сделано это у меня, под куртку. И он у вас спокойненько висит. И вы им также пользуетесь, соответственно. Во-первых, не рекомендуется носить все ключи, то есть все брелки, да, какие-то дополнительные ключи, которые у вас есть, доп. Защита, все на одной связке. На одной связке желательно просто. Вот как сделано у меня, достаточно вот ключ, вот доп. Брелок, все остальное у меня лежит отдельно. И если здесь, как вот сейчас вот у меня, да, села батарейка, сядет батарейка, то я смогу спокойно вот этим вторым брелком открыть сигнализацию, и не составит мне это никакого труда. А затем уже заменить батарейку. Тем самым я смогу попасть в автомобиль. Вот такое нехитрое приспособление. Да, носить вроде бы, казалось бы, не тяжело, и да и незачем, а выясняется, что не зря этот брелок придуман. Потому что если вы будете держать его дома, то не всегда есть возможность подняться домой и взять дополнительный этот брелок, чтобы открыть двери. А иногда это необходимо. Все, я думаю, может быть, кому-то это пригодится. Благодарю за внимание. Пока.